Рок, помоги! Ты должен войти в терминал. Осуществляют. Операции по устранению чрезвычайной ситуации запущены. Всем оставшимся агентам ЦЭЛ срочно эвакуироваться в подземный бункер 5Y9. Мы остановили. Для цепной реакции с энергией цефов. Нам повезло. И это все? Запуск симуляции третьей стадии. Стадия 3. Вы были нужны мне. Вы все были нужны мне, чтобы помочь выбраться из этой тюрьмы. Пока я спал, мои дети оставались неразумными. Последнее, что мне от вас было нужно, это отключить Архангела. За это я благодарю вас. Что? О чем ты говоришь? Раш! Запуск симуляции третьей стадии. Третья и последняя стадия. Луч. Все сильнее. О боже. Это мост Эйнштейна-Розена. Портал в галактику М-33. И из него вылезает что-то здоровое. Когда я не смог считать тебя, ты сказал, что это из-за того, что ты создатель костюма. Но это ведь не так. И долго это продолжалось? Ты продлил свою жизнь с помощью нанотехнологии, используя ДНК цефов. Ты хоть понимаешь, во что ты превратился? Ты сражался с коллективным разумом цефов, так же, как и я. Только ты проиграл. Они тебя поглотили. Теперь ты один из них. Чего цефы не могут понять, и чего у них никогда не будет. Давай! Вытащите нас отсюда! Будет не так-то просто!